Москве 17 часов. Каждую неделю, ну почти каждую, по пятницам, ну в основном по пятницам, встречайте Михаил Задорнов в ток-шоу «Неформат». Что вы хотите от «Неформата»? «Неформат» он и в Африке «Неформат». Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиостанцию Юмор-ФМ, и как всегда в пятницу вечером, ну почти всегда, но уж точно в пятницу вечером, в эфире программа «Неформат». И в гостях у нас не только вы, уважаемые друзья, но и главный герой, ведущий программы «Неформат» Михаил Задорнов. Михаил Николаевич, здравствуйте! 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 Я напомню, что вы свои мнения, как всегда, можете присылать на все возможные удобные вам средства связи, на веселорадио.ру и на сайт, заходите, смотрите, где трансляция организована, на 8870 с ваших мобильных, 0731 для ваших звонков. В конце программы обязательно подведем традиционный наш блиц, где Михаил Николаевич ответит на ваши вопросы. Впереди у нас очень много важных тем. Но традиционно, как всегда, мы начинаем с некого вступительного слова, да, и маленькой разминки. Ну, вступительное слово действительно коротенькое, мне надо сказать. Дело в том, что, знаете, довольно много пишут мне по электронной почте после выхода в эфир наших передач, а также после просмотра в YouTube, как у вас, так и на моем канале Задор YouTube и Задор ТВ YouTube. И в комментариях часто жалуются, мол, вы юмористическая передача, юмористическая радиостанция, а иногда говорите слишком много о печальных политических событиях. Я должен сказать, что, может, они в какой-то степени и правы. И поэтому я сегодня предлагаю некоторые темы действительно не затрагивать, потому что не над всем можно смеяться в жизни. Должно что-то такое оставаться, как, допустим, вера в Бога, война, родители, любовь. Над чем смеяться нельзя. Но, тем не менее, у нас юмористическая программа, и после таких грустных слов я хочу провести, как всегда, в разминку. Опять-таки, мы хорошо как-то раззадорили наших слушателей, и они много присылают мне лично писем с таким предисловием, мол, вы говорили о том-то, затрагивали такие-то темы в передаче «Неформат» на Юмор-ФМ с Михаилом Задорновым, и делятся своими наблюдениями. Поэтому, если раньше я со сцены и также в нашей радиопередаче рассказывал о своих наблюдениях, то теперь мне очень интересно делиться наблюдениями, которые прислали мне люди. Ну, и немножко и своими тоже. Поэтому разминка сегодня — это из моей почты. Вообще, я думаю, надо такую книжку мне издать под названием, я не знаю, «Всероссийское дурашлепство». И такая энциклопедия всероссийского дурашлепства. Такую энциклопедию издать. И спонсор Юмор ФМ. Сам, знаете, себе спонсор. Дурашлепство, это сразу мне напоминает. Есть такая популярная комедийная программа в Британии, называется «Smack the Pony». То есть «Шлеп, да, не пони». У нас «Шлеп, не дуру». Шлеп, дур, дур, шлеп. Дурашлепство. Ну да, дурака отшлепать. В аптеке браслет от комаров продается. Ну, летом продавал, сейчас уже комаров нет. А он писк издает, этот браслет. Ну, какой-то на антикомариной чистоте. Это, видимо, в Сколково разработан. Ну, хорошо называется браслет против комаров. Последний писк. Такой модный, да? Вот, очень интересно. Я буду прямо читать с выражением письма. Хочу поделиться случаем. Михаил Николаевич был с семьей в отпуске в Арабских Эмиратах. Отель был на берегу Оманского залива Индийского океана. Ну и там проходят с нефтью танкеры, бывают утечки, в заливе теперь довольно грязная вода там, но многие отели, причем очень дорогие, стоят на берегу залива. И если еще 10 лет назад там можно было купаться, то теперь везде запрещающие какие-то надписи. Так вот, интересно, по-английски и по-немецки, повторяю, по-английски и по-немецки, в воде нефть купаться запрещено, пожалуйста, купайтесь в бассейне. И только по-русски. В воде нефть. Готовы дальше? Салфетки для стирания нефти находятся у спасателей. Наших не берет это дело. Все равно полезут купаться. Причем сейчас, знаете, в Ирландии эти вулканы дымить начали. И кто поехал? Русские туристы.
там больше 90% туристов смотреть, как взорвется вулкан наш. Сфоткай меня, а это селфи с вулканом я с дымящим буду делать. Насчет селфи позже. Народ же сошел совсем от этого с ума. Слоган фирмы, занимающейся натяжными потолками. Потолки натягивают многие, но только мы этим доставляем удовольствие. Так не совсем приличный слоган. Ну, а с натяжными потолками все слоганы смешными. Есть слоган, например, тоже в среднем магазине. Натягиваем как никто. В скобках. Потолки. Вроде это потолки сами подписались. Здравствуйте, я ваш фанат Юмора ФМ и вашей передачи. Я начал смотреть вас давным-давно, и вот теперь многое замечаю. На закрытой лавке увидел надпись «Ушла на обед». Если не вернусь к 6, значит, ушла еще и на ужин. Такая очень, очень такая тактичная надпись. Уважительная просьба. Машину у ворот не ставить. Штраф 4 колеса и кувалды по капоту. Это тоже по-русски. По-русски. Это в Латвии не пройдет. В Эстонии, в Литве, там Евросоюз это запретит. Надпись «Hot dog» – друг человека. Ну, от слова «dog», кто не знает. Да, собака – друг человека. Магазин нижнего белья. Трус-лифчик. Совмещенный, видимо, для гермафродитов. А сейчас, знаете, типа, во всех магазинах, ну, проезжаешь и видишь там магазины женского белья, и написано «тотальная ликвидация». Ну вот после этого введенного запрета на кружевное белье синтетическое, это все распродается. Тотальная ликвидация, это хорошо. В Московской области есть такой поселок Кощейково, уже хорошо, Кощейково. И большой-большой плакат. Вот как их санкции могут на нас повлиять, если на плакате написано «Ждем газа с 1917 года». Ребята, американцы, вы изучите нашу жизнь сначала, а потом пытайтесь нас запугать. Да. Я учитель, среди родителей проводил анкетирование. Вот ответ одной мамы. Представляете, я прочитала, моя профессия – вошклинингер. Вот это сегодня наши люди считают, что это круто. Но это уборщица. Это не та, которая в шее чистит. Вошклинингер. И клином вышибает маленьким. Вот. Пришел счет нам. Квитанция. За свет. Но внизу, под счетом, который уже заставил нас онеметь, было написано, видимо, чтобы нас встряхнуть и вернуть к жизни. Помни, только 220 вас заставит улыбаться. Под электрический стул такой. Но статья в американской газете прислал мне из Америки какой-то молодой парень, видимо, наш компьютерщик, прислал статью. Называется статья. В Нью-Йорке казахстанец, россиянин и украинец напали на геев. Тогда такое объединение, видимо, нас, донбассец. На двери общаги наклейка «Запасной выход». В скобках. В случае пожара пользоваться. Ниже. Крупнее. Не открывать. Еще ниже. Нет выхода. Еще ниже. Заперто. Ключи у пожарника в соседнем здании. И внизу салфетки. Салфетки. Что, стирать нефть? Звонить по такому телефону надо добавить. И добавочный такой-то, если прозвонишься. Ну что, вот... Здравствуйте, Михаил Николаевич. Смотрела запись программы «Неформат». Вы рассказывали, как в Казани в милиции пытают стихами. А у нас в Волгограде менты знакомые заставляли несговорчивых учить историю нашего города. После такого преступники вспоминали даже свои детские шалости. Вот вообще такие интересные письма. Я думаю, что мы сейчас уйдем на небольшой рекламный блок. Но у меня тут много еще чего в запасниках, в закромах моей родины. Электронной почты, поэтому мы еще вернемся. Да, друзья, сейчас будет небольшая рекламная пауза, после которой мы узнаем правду о том, говорил ли Владимир Путин Жозебе Роузу, когда мы возьмем Киев и будет ли это происходить в течение 2 недель. В эфире любимая программа Владимира Владимировича, Аллы Борисовны, Нормунда Гунаровича и еще миллионов слушателей. Неформат на Юмор-ФМ.
Реклама. Внимание! Внимание! Только с 1 сентября по 25 декабря 2014 года в новом дилерском центре компании SP Business Car Toyota Center Левобережный вы можете получить тонну топлива в подарок при покупке или сервисном обслуживании автомобилей Toyota. Ждем вас! Toyota Center Левобережный. Подробнее об организаторе акции, правилах, месте ее проведения и порядке получения призов по телефону 495-22-188 и на toyota-levobережный.rf. Хочешь пополнить свой мобильный счет на 3000 рублей? С 9 июня по 30 ноября 2014 года участвуй в акции «Разгадай сканворд» от Доширак. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте доширак.com. Когда меня разлюбили деньги, мне пришлось полюбить детей. Я могу предложить тебе работу. Патронатный воспитатель. Самый безответный любовью. Семейный бизнес. Деловая комедия. 8 сентября в 21.00 на СТС. Для зрителей старше 16 лет. Юмор ФМ. Телефон рекламной службы. 8 495 921 40. Юмор ФМ представляет. Его боятся НАТО и ЕГЭ. Он знает всю правду о слове... Михаил Задорнов. Неформат. На Юмор ФМ. Продолжается программа «Неформат», и продолжается она, ну, с темой, которая буквально сейчас не сходит со страниц зарубежной прессы, которая нагнетает столько страха на благопристойных, благообразных жителей старушки Европы, что даже передать это очень тяжело. Вот саммит проходит НАТО, в том числе по этой проблеме сейчас. Да. А все случилось как-то совершенно неожиданно. Газета «La Repubblica» в конце недели написала, что во время своего разговора с президентом Еврокомиссии Жозе Баррозу Владимир Путин якобы сказал, что если будет надо, я возьму Киев за 2 недели. После этого появились сообщения, что администрация президента России готова опубликовать стенограмму и аудиозапись этого разговора. Да, я читал об этом. Да. И что ничего там такого не было, слова вырваны из контекста. Еврокомиссия сказала, что кроме официальных заявлений, которые были сделаны ранее, то есть не подтвердив, не опровергнув заявление Баррозу, на которое, собственно, ссылается «La Repubblica», они ничего кроме этого добавлять не будут и попросила не опубликовывать этот разговор. То есть Еврокомиссия не хочет, чтобы раскрылась ложь. Да, все СМИ, естественно, это подхватили. Все, русский медведь выходит из берлоги, на нас нападают, гипс снимают, клиент уезжает, что делать? Вопрос заключается вот в чем. Вот эта истерия антироссийская, которая нагнетается очень жестко в западном обществе, приводит, ну, к тому, что сами жители готовы там платить свои кровные для того, чтобы НАТО все больше и больше баз распространяло вокруг российских границ. Ну, или да. Это что-то другое, Михаил Николаевич? Я вообще думаю, что вот вся эта истерика, которую сейчас Запад с подачи еще Порошенко начал, когда Порошенко сказал, сегодня ночью ввели войска российские на Украину. Он сделал заявление на следующий день после встречи с Путиным в Минске. Да. Но я понимаю, почему он это говорит. Я его понимаю. Потому что это же позор, то, что они со своими войсками наделали на Украине. Я имею в виду Киев, то, что наделал. Армия страны не может справиться, не умеет воевать, старое оборудование, все своровано. А как они признаются, что та денежная помощь, которая идет с Запада, разворовывается наверху и ничего не доходит, кроме как уж теперь все шутят, печенец не доходит до солдат, когда они набирают неумелых людей. Я разговаривал с одним человеком из Луганска. Мне что было интересно, он командир. У него 500 человек в подчинении. Он говорит, мы еще ни одного не потеряли. А то, что про нас пишут, все вранье. Ну, я не знаю, насколько это верить можно. Я никакие документы не смотрел, да их и не существует. Но он другое. Вот что мне понравилось в его рассказе. Он говорит, знаете, нам так жалко украинских солдат, которые приходят с нами воевать. К нам однажды 8 человек молодых ребят, мальчуганов, запутались и пришли к нам в поселок в туалет. Они не знали, что... Они даже не знают расположение своей части.
Он говорит, среди них было два из Нацгвардии. Этих мы задержали, а тех просто выгнали, дав подзадников им. Отобрали оружие и выгнали. Ну совсем юнцы. И даже ополченцы Донецка, Новороссии, считают преступлением посылать таких юнцов и их жалеют. А как признается Запад в том, что Украина уже... местное чиновничество украинское ведет себя так же, как и Янукович окружение вело. Уже разворовывает денежную помощь. Слава богу, у них всегда под боком есть Россия, на которую можно свалить все. И воровство собственное, и собственная профнепригодность. Сразу раз говорят, войска вели. А где доказательства? У меня вопрос. Даже в примитивных детективных фильмах стараются привести доказательства. Даже когда про наших следователей на НТВ снимают сериал, и то пытаются приводить какие-нибудь доказательства преступления. А тут, если вы говорите, что Россия вела войска, покажите, у вас спутники есть, с которых вы хвастаетесь, виден номер машины даже из космоса. Где? Вы что, Путин подземный ход вырыл и провел войска подземным ходом, что ли? Но мир состоит в большинстве своем из очень необразованных людей, которые не знают ни географии, ничего касающегося физики, химии. Мир не понимает, он верит, его мир пугает. Я недавно был в Латвии, и там местные правители сказали, у нас есть секретные данные, сказали, заметьте, секретные данные. Латвии обязательно сливают все секретные данные, что Россия вела войска на Украину. Да если бы у вас были данные, вы бы сейчас растрезвонили повсюду, у вас даже нет данных, чтобы сфальсифицировать ввод войск. Я спросил этого командира, у вас чеченцы есть? Есть. А почему приехали? Приехали, сказали, вы нас... спасли, мы нормально живем теперь, мы должны вам помочь. Это так он мне сказал, да? Я говорю, а русские сибиряки есть, приезжают. И я так смотрю на то, что он говорит, я вижу, что он не врет. И он говорит, да, добровольцы. И я думаю, боже мой, скольким мужикам надоело жить так, как они жили последние годы. И им захотелось не стрелялок и пугалок, и не чушни этой интернетовской, компьютерной, а им захотелось прожить жизнь не зря. И они туда поехали. Ведь там воюют за правду. И мне девушка, которая с ними приехала, она такая, не медсестра даже, она такая помощница наших богов. И она говорит, знаете, вот вы, Сергей Алексеев, пишете книжки о русском духе, работаете для того, чтобы возродить это. У нас он возрождается, она пишет. У нас есть богатые, которые совершенно среди наших есть богатые, которые пересмотрели свою жизнь, которые отказались и считают неправильным то, как жили они в прошлом. И даже если мы не победим, она сказала, хотя тут же сказала, мы победим, но это так хорошо, пускай верит, конечно. Глаза горят у нее, когда она это говорит. Я таких глаз с такими лазерами, зрачками вообще не видел у современных московских баб. И она говорит, знаете, зато среди нас созреют те люди, о которых вы мечтаете, чтобы они появились в России. Созреют на этих трудностях. Вот, а что касается сегодняшней НАТО, надо, не надо, а НАТО есть НАТО. И НАТО, ну, пускай вводят. Ну, прислали они для успокоения Латвии, Эстонии, Литвы по 200 солдат. Я уже говорил об этом в прошлых передачах. Ну, пьянствуют они, местные десантники. Двое таксистов в Риге избили двух десантников-натовцев. Завели, причем туда, где камер нет, на улице слежения в подворотню. И монтировкой врезали. А натовцы не знают, как от монтировки защититься. Их не обучали этому в НАТО. И я... Ну, пускай они распространяют. У нас есть оружие против их ракет. И они же недаром не развязывают войны. Они очень боятся сегодня ситуации с Россией, поэтому должны запугивать. А вообще, они сами, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Сегодня Россия и русский народ сражаются за правду.
за русский язык, прежде всего. Война началась из-за того, что язык не хотели давать возможность говорить на русском языке. Ну, и кто прав после этого? Тот, кто кредиты от Америки получает и воюет за кредиты, и печеньцы, или тот, кто за язык свой родной воюет? Михаил Николаевич, ну вот два мнения, которые среди сообщений к нам пришли. Одно от Игоря из Омска, пишет он следующее. «Да что там Киев? Мы Вашингтон возьмем за месяц. Пора уже этих капиталистов проучить и восстановить многополярный мир. Европа мешать не станет, ей надоело быть подстилкой америкосов». И есть мнение, ну, будем говорить, противоположное. Дмитрий из Москвы пишет нам следующее. «Как надоели уже эти воинственные заявления. Зачем нам брать Киев? Да еще за две недели». После них только новые санкции вводятся. Банки и бизнесмены это уже почувствовали, как и я. А то ли еще будет? Ну, хорошо. Нет, оба письма хорошие. Ну, первое мне, кстати, нравится меньше, чем второе. Потому что вообще-то я тоже считаю, что Киев совершенно брать незачем. Еще нам не хватало. Уже подружились с Киевом последние 20 лет, чуть-чуть сами не разорились. Нет, ну зачем нам Киев нужен? Другое дело, что и Новороссия должна быть, наверное, или совершенно четкой, самостоятельной какой-то областью со своей конституцией, так скажем. Или быть отдельным государством, но только не в составе России. И так тоже, это же мы их не можем повесить на себя, хотя мы газ дали, Россия дала возможность газ, цену объявили, какую для Донецка выставили наши в «Газпроме». Я думаю, что это чушь, там нулевая цена, это, и помогать им надо, тем, кто сражать за язык, помогать, я бы помогал всегда. И я думаю, что первый не прав со своей агрессией, Вашингтон, зачем его брать, они развалятся. Надо только есть здоровую еду, не есть западную, чтобы подольше пожить и увидеть, как развалится Америка. Вот я, например, сам себя блюду только с этой точки зрения. Я хочу увидеть, когда весь мир поймет, что они не просто тупые, а их политики еще и негодяи. Лунные, гнойные негодяи. А мы солнечные. Вот мы и понять друг друга не можем. Так что пускай будут такие два разных мнения. Друзья, у нас сейчас будет небольшая рекламная пауза, после которой мы обязательно узнаем, какого нового персонажа предложил Владимир Путин для «Спокойной ночи, малыши». Рыдай, голубая Европа, завидуйте черные штаты, когда в эфире Задорнов эфир разберем на цитаты. Программа «Неформат». Прямо сейчас на Юмор-ФМ. Реклама. Пришло время заменить масло в двигателе твоего Сан Йонг. Только до конца октября. Комплексная замена масла для автомобилей старше 3 лет всего за 999 рублей. Не упусти свой шанс. Подробности у официальных дилеров и на сайте sanyong.ru. Юмор ФМ. Телефон рекламной службы 8-495-921-40-41. Юмор ФМ представляет. Он не курит и не пьет. Он здоровеньким ведет. Программу «Неформат». Михаил Задорнов. Прямо сейчас на Юмор-ФМ. Продолжается программа «Неформат». И прямо сейчас, друзья, некоторые сообщения из тех, которые вы к нам присылаете различными доступными средствами связи. Я прочитаю, вот одно мне понравилось. Объявление увидел человек, это Игорь из Кургана, пишет он следующее. Объявление, прям табличка воткнута рядом с лужей. Написано: «Лужа городского типа, возраст 5 лет, является неиссякаемым источником грязи, охраняется администрацией города». А, знаете, мне захотелось продолжить вот это... Ну, вы зачитали два письма, и пока шла рекламная пауза, мне захотелось еще кое-что по поводу этих писем сказать. Ну, вот насчет того, что мы возьмем Киев, возьмем Вашингтон, я часто говорю, что Америка развалится, и никогда не привожу доказательств, почему. Дело в том, что Америка так разбухла со своим военным влиянием в мире, что этот пузырь должен лопнуть. Он разбух так же, как долларовый пузырь на сегодняшний день. И почему Рим лопнул? Он не мог держать больше такое количество народов,
в подчинении, в налоговой дани Риму. И, конечно, Рим рухнул. Рим тоже не был образованным, как и Америка. Рим – варварское государство с точки зрения образования, так же, как и Америка варварская. Вот мне пишет американец, заслуженный актер, даже не буду говорить, заслуженный народный актер Америки и Голливуда, заслуженный. Сейчас же идет эта акция «Холодной водой обливаться», как у нас один написал. Я тоже обливался через 2Б холодной водой. А этот америкос еще больше порадовал. Он сказал, а я предлагаю обливаться, как и я. Я облился сверххолодной водой. Сверххолодной воды быть не может. А сверххолодной водой нельзя облиться, об нее можно удариться. И Америка, она, первое, недообразована, чтобы вовремя понять, где их... Кроме того, Америку большая часть людей в мире ненавидит. Китай, Индия, вся Латинская Америка, все страны Африки. Вы посмотрите, Россия большей части, ну, не считая Собчак, Макаревича и же с ними, Дождь, там, еще там некоторые такие, которые... которые на ослабленном поводке пытаются задираться, как мелкие моськи такие, из-за забора тявкают, а забор убери, они сразу убегут. Они только из-за забора могут тявкать. И я хочу сказать, что если Америка хочет, чтобы вернулось к ней уважение, которое было в начале 80-х годов, и Америке надо убрать все базы военные со всего мира и уйти к себе на свой материк и там жить. У них хорошая экономика, они могут очень хорошо жить. И не лезть со своими миротворческими, погаными делами. Они же войну называют миротворчеством на сегодняшний день. Это высшая ложь, называемая политкорректностью. И тогда только Америка... Так что Америка лопнет. Ну, а что добавить про того, кто писал про санкции? Мол, я уже... Он жалуется. Я почувствовал санкции на себе. Да так тебе и надо. Он банкир, это ж видно, он пишет. Наш банк почувствовал санкции. Да и хорошо, вас всех пора вообще на зону отправить. Банкира, вы столько лет грабили... Любимая тема. Столько лет грабили наше население. Почему Абрамович купил Челси? Да потому что он ограбил в свое время, его компания ограбила то, что должно принадлежать людям. Я чуть ли не по-ленински сейчас выразился, а он забрал с собой в Лондон увез. Но вот, это я хотел добавить. А теперь я некоторыми наблюдениями еще поделюсь. Студент из Москвы мне пишет. Сижу в университете на перемене, рядом три девушки. Среди них такой разговор. А где Аня? На лекции. А что она на лекцию не пошла? А нет, а чего она... Нет, на лекции. А что она на лекцию пошла? Там розетка есть, ей мобильник зарядить надо. Мы потихоньку приближаемся к уровню развития Запада. В суде развод. Причина развода, спрашивает. Пьянство мужа. Вопрос судьи к мужу. Почему вы пьете? Потому что жена мне изменяет. Вопрос судьи к жене. Почему вы изменяете мужу? Потому что муж пьет. Так, замкнутый, так, круг. Замкнутый русский круг. Слышал, как одна женщина в электричке говорит другой. В этом году столько птиц, того гляди, весь урожай склюют. Я уже 14 чучел нарядила у себя в огороде. Правда, теперь самой надеть нечего. Но, может, хоть урожай спасу. То есть модные чучела такие стоят. Такие моднявые. У меня стоит чучело, наряженное нашими... У меня несколько чучел стоит, такая аллея чучел есть. Но вороны их перестали пугаться. В саду, в Юрмале. Я их нарядил, как наших поп-звезд. Ну, как известные певцы наши выходят, вот эти все в блестяшках. Вороны так пугались поначалу. Сейчас привыкли, нормально ходят, смотрят на Киркорова, на Баскова, подкаркивают там что-то. Письмо в редакцию. Вчера в споре на политические темы наш слесарь Леха... Письмо в редакцию. Дорогая редакция, вчера в споре на политические темы наш слесарь Леха обозвал меня люмпеном. Я за это дал ему в морду. Прошу, редакция, объясните мне, что такое люмпен? Если под этим обидного нет, я перед Лехой извинюсь. А если есть, я еще раз ему в морду дам. Наша жизнь. Кто знает, может быть, именно люмпен станет следующим героем программы «Спокойной ночи, малыши». А, сейчас мы к этому вернемся, да. Америкосам с нами, ну что они свои санкции? Ну вот для него, для Лехи санкции. У меня из окна открывается вид на 4 подъезда. У каждого подъезда по 2 лавочки, на которых обычно гнездятся бабульки.
гениальное письмо. Теперь я состояние погоды измеряю в бабках. 2-3 бабки, ветрено, холодно, сыро. Погожий летний денек, 8-10 бабок. Выглядываю из окошка, вместо того, чтобы смотреть на термометр, сколько бабок сидит. 0 бабок, значит, на улице адский апокалипсис. Или, готовы? Ай, класс! Или по телеку Малышеву показывают. Что равно одно и то же, да? А пока, сейчас быстро заканчиваю. Муж всегда открывает жене дверь в машине, и все подруги, мои знакомые, муж жене открывает дверь в машине, выходит и открывает ей. Все подруги знакомые восхищаются им и говорят, что он джентльмен. Дуры, они не знают, что ручка в машине изнутри сломана. Ну и мы с вами как-то говорили, что Екатерина первая, мне, правда, написали Екатерина вторая, делала 4 ошибки в одном слове. Ищё, значит, червюка. А у нас пишет, есть тоже такой Бондарь, его фамилия. И вот Максимка его зовут. Он пишет мне, вот вы про Екатерину, а у нас такой персонаж есть. Он в слове «ёж» допустил 4 ошибки. Он написал с и краткое, и краткое «о», «ше» и мягкий знак. Мы смеялись до слез. Однажды рассказали об этом в компании. И один блеснул умом, сказал, да как можно сделать 4 ошибки, если в слове «еж» всего 3 буквы. Ну, теперь... Сейчас. Ну, как я могу прекратить собственную почту читать? Я сам хохотал, значит, другие обязаны. Я не могу быть эгоистом. Касалось бы грустное, очень грустное письмо. Засыпаю под наркозом на операции. Представляете, после этого еще письмо мне написано. Ассистентка хирурга делает со мной селфи. В скобках «себяшка» по-нашему. То, что мы с вами когда-то запустили, уже в народ пошло. «Себяшка», «себяка» — это же одно слово пошло. Хирург спросил, что ты делаешь у ассистентки? А та в ответ... Если он умрет, то хоть какая-то память останется о моем первом пациенте. Селфи, народ спятил, сдурел. Да. Ну и, наконец, что-нибудь хорошее. Русские наши решили на кафедре японоведения, это не ругательство, это слово Япония, сочинили коротенький стишок, позволяющий легко запомнить название основных островов Японии. Я не знаю, что с вами будет. Милая Хоккайдо, я тебя хансю. За твою сикоку я тебя тюсю. Вот такая, друзья мои, у меня почта. Теперь вы знаете название острова. Не дай бог, этот, а сейчас он попадет в сеть, этот стишок. Ты скажешь, что Россия покушается еще на 4 острова. Ой, я чуть не свалился. На еще на 4. Я тебя хансю. Хансю, кисю. Да, причем это крупнейшие острова-то Японии. Ну что, у нас есть записанные на улице мнения людей о том, каким может быть новый персонаж «Спокойной ночи, малыши». Давайте. А послушаем. Накануне стало известно, что телекомпания «Класс», которая является уже давнишним производителем этой замечательной телевизионной программы, заявила, что Владимир Путин подсказал идею нового персонажа. И теперь люди гадают, кто же может быть этот персонаж. Давайте попробуем получить ответ у наших слушателей. Послушаем и кому-то дадим предпочтение. Да. Чебурашку он придумал. Чебурашки — главная часть уши, для того, чтобы туда развешивать на них. Вот это детям как раз подойдет, чтобы они с детства привыкали, что это нормально. Если он хорошую сторону придумает, народ будет рад, а я не могу, что он может придумать, мало чего он может придумать. Это маленький такой ракетный комплекс боевой, который в шутку называется «Спокойной ночи, малыши». Должен быть какой-то чисто русский персонаж, может быть, какой-нибудь Мишка из сказки или три медведя, возможно, из сказки. Ну, что такое, ура, патриотическое, наверное. Была какая-то птица, с которыми Путин летал. Мне кажется, это будет стерх. Он будет рассказывать о том, насколько в России жить хорошо. Он себя любит достаточно, так что, может быть, это будет его мини-копия. Вообще, я не очень поддерживаю эти изменения персонажей, все-таки закон. Классику, знаете так. Какого? Крокодила какого? Потому что Чебурашка уже был. А чем крокодил хуже Чебурашки? Гномика со своим лицом, наверное, будет философствовать о политике, шутить и что-то в этом роде. Будет персонаж Крымошка. Он будет рассказывать только про то, что Крым наш. Он будет знать 2 слова и в попад, не в попад будет вставлять «Крым наш». Ну что, есть... Смешные, конечно, ребята. Говорят, есть... с какой-то птицей летал. Мне это понравилось. У меня есть еще сообщение одно от Игоря из Нижнего Новгорода. Вероятно, оно вам понравится. Инфа 100%, народ, пишет Игорь. Новый персонаж
обезьяна Обамка. Обамка? Да. Всегда будет выделываться, грозиться и получать тумаков. Само собой, конечно, не физических. Дети же смотрят, нужно обязательно привыкать. Игорь Нижнёнов. А я вообще думаю, у меня когда-то, когда Путин пришел к власти, у меня был такой... Такая миниатюрка, да что там, слышь, там все из-за бабок. Ну это братаны, а мы тут с ними, все из-за бабок, и не надо лохматить бабушку, все из-за бабок. И вот там всех были кликухи, там Ельцин, Беня, БН, там, я не помню, Лужок, естественно, да, какие-то смешные были погоняло у всех. И вот когда только президент наш выбирался на первый срок, его мой персонаж называл «Енот Полоскун». Говорит, ай, енот Полоскун, реально, он всех уделает. И это еще в 2000 году у меня была миниатюра такая. И вот енота Полоскуна надо реально включить в этот список, чтобы отполоскал всех. Но что касается Обамы, я вам скажу, что на одном из кавказских языков Обама означает «гнилая рука». Да. Может правая. Быть, на габардино-болгарском правая. Да. Обама. Хорошо, ну что, у нас сейчас будет небольшая... А вообще он молодец, Путин, что предложил такой персонаж. Он, значит, по-современному мыслит. Действительно, ну что ж все время эти мягкие игрушечки, которые в советское время, они хороши были. Но нужен современный персонаж. Неужели это Медведев подсказал ему? Потому что Медведев же у нас современный такой, кнопкотык, айпадоблудец. А как-то я никогда не видел Путина с айпадом или айпадом, кто как называет. Но мне кажется, нужен действительно какой-то интересный современный персонаж. Но не из комикса, а из компьютерной графики какой-то должен быть. Потому что все-таки интернет неотъемлемая часть нашей жизни. И молодые люди на концерте слушают мои мысли о том, что интернет и компьютер, ими надо уметь пользоваться так же, как логарифмической линейкой когда-то пользовалось наше поколение. Но они ошибаются только вот в чем. Они думают, что это круто жить в интернете и уметь нажимать на кнопки. Они не могут понять, что это отстойно жить в интернете, что этим может любая обезьяна, научиться этому может любой. Старшее поколение обучается работе в интернете, многие не обучаются, потому что просто не знают, что это легко, что это элементарно. А когда их заставляет жизнь, они овладевают им за неделю. И здесь нет предмета хвастовства. Так что, я думаю, современный персонаж, который бы говорил от имени интернета, высказывал свое мнение, мне кажется, это было бы очень интересно. Друзья, у нас сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы обязательно узнаем, попадут ли французские мистрали под новый этап санкций. Барак Обама, Ангела Меркель, Сильвио Берлускони, Франсуа Олланд тоже любят программу «Неформат», но не понимают ни слова. Учите русский прямо сейчас на Юмор-ФМ. Реклама. Девушка, это справочная? Да. У меня не хватает зубов. Где можно установить импланты качественно и недорого? В любой из клиник стоматологии Юнидент по всей Москве сейчас действует акция совместно с производителем зубных паст Рокс. Два импланта по цене одного. 675-400. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Запишитесь на прием по телефону 675-400. Сайт 675-400.ru. С 1 по 30 сентября Toyota Center Измайлова объявляет грандиозные условия при покупке автомобилей Toyota Camry. Выгода до 80 тысяч рублей. Выбирая Toyota Camry, выбирайте Toyota Center Измайлова. Подробности на сайте toyota-i.ru. Toyota Center Измайлова. Горьковское шоссе, 1 километр от МКАД. Телефон 8-495-730-90-00. Организатор ООО Toyota Motor. Toyota. Вниманию владельцев домов и дачников, их собак, котов и тушканчиков. Изовол, находка секретом, согревает зимой, охлаждает летом. Утеплитель не горючий, экологичный. Изовол, выбор для вашего дома отличный. Изовол.ру. Юмор ФМ. Телефон рекламной службы 8-495-921-40-41. Его любят
Даже американцы. Не верите? Слушайте. Не формат. С Михаилом Задорновым. Прямо сейчас на Юмор-ФМ. Американцы просто не чают души в Михаиле Задорнове. Это сложившийся факт. Поэтому, чтобы просто не погибнуть от любви... Да, их три человека, которые не чают. Чтобы не погибнуть от любви, они говорят, что на всякий случай мы будем встречаться на нейтральной территории. В нейтральных водах даже. Да, ну что я могу сказать. Сейчас буквально возрадовались все те люди, которые, особенно в Соединенных Штатах, в частности, Джен Псаки заявила, что она очень рада этой информации, что Франсуа Олланд, который является президентом Франции, заявил, что Франция в сложившихся условиях не может предоставить России вертолетоносцы «Мистраль». Помните, в 2011 году, когда только прошла информация о том, что был заключен подобный контракт, все говорили, зачем нам эти вертолетоносцы, они нам не нужны и так далее. И тут вдруг, когда уже приходит время, чтобы эти вертолетоносцы передать, по крайней мере, первые из них, возникают такие вот бурные обсуждения. Как же мы сейчас обойдемся без этих вертолетоносцев? Или что же нам делать, когда Франция их запретит и так далее? Насколько вообще нам это нужно, Михаил Николаевич? Ну, я не знаю, насколько нужен «Мистраль». Я сам говорил, что он не нужен, потому что это был какой-то контракт, весьма скрытый от российского человечества, заключенный при Сердюкове. А то, что при Сердюкове заключалось, то вообще все имеет немножко левый смысл. Но меня все больше радует то, что делают на Западе. Наверняка Франция это уступила нажиму США. Потому что, ну зачем же им лишаться денег? У Франции будут большие затраты на это. Во-первых, штрафные санкции. Ведь форс-мажора нет. Нельзя Донецк посчитать форс-мажором для Парижа. То, что творится в Донецке. Значит, будут санкции, раз. Второе, они никому не продадут, потому что этот вертолетоносец построен с учетом заказа, сделанного из России. И называется Владивосток, между прочим. Мало того, кому они Владивосток продадут? Легче продать город Владивосток, что уже почти произошло. Извините, что я при вас, вы там жили. Но а «Мистраль» они никому не продадут. Там даже комплектующие детали существуют по нашим стандартам. НАТО не может даже содержать в порядке этот «Мистраль». Так вот, что я в связи с этим хочу сказать? Да, они уступают США и делают это конечно, под этим давлением. Вообще, так интересно следить за этим, как США, вот псачья жизнь по отношению к Псаке, как они пытаются всех... Они не изучают Россию. Знаете, когда Наполеон шел в Россию, он думал, что он идет ее освобождать. Он уверен был, что присоединятся крестьяне. И потом для него было так непонятно, почему крестьяне вышли с косами, топорами сражаться с его армией. А он им говорил, что мы идем как освободители. Просто у нас об этом не пишут. Гитлер приходил как освободитель. Ну, он только нашел у западенцев поддержку, у бендеровцев. То же самое сегодня с Америкой. Они не понимают, что происходит. Они не могут понять, почему у Путина не падает рейтинг в связи с санкциями. А, ребят, вы можете принимать свои санкции сколько угодно. Недавно была принята санкция Евросоюзом. Вы слышали об этом? Бриллианты российские не покупать. Это очень касается одного знакомого моего Васечку, который живет в Таганроге. Вот он даже не знает, как он будет жить после этого. И они пугаются и пытаются запугать русских людей этим делом. Боже мой, да только рейтинг растет у нашего президента. Я вообще представляю такую картину, знаете, шел 2025 год. Россия стонала от 34 уровня экономических санкций США. Госдеп издал третий том со списками, кому нельзя приезжать в США. Европа топила дровами. В США в очередной раз была статья, США наложили больше, чем наложил Евросоюз. Называлось его.
А в ответ я бы сделал такое: а Россия в очередной раз положила на наложенные санкции. Санкции, кто больше наложит. У них соревнования. Евросоюз, да, вы классно сказали. Евросоюз соревнуется с США. Кто больше наложит на Россию? А Россия положила на то, что они наложили на сегодняшний день. У нас есть замечательный фрагмент, который был показан по телеканалу «Россия», источник оттуда. И удивительно, что нашли этого человека. Как удивительно? Удивительно, не удивительно, но его нашли. Это американец, который живет уже долгое время в России, в Сибири. И он занимается производством сыра. И, моцареллы. Его реакция, которая уместилась буквально в 7 секунд, давайте послушаем на то, помогут ли ему, как фермеру российскому, санкции или нет. Мы... Когда разговаривали с покупателями в городе, они говорят: ну зачем мне покупать вашу там моцареллу, когда я могу итальянскую купить, и там не намного дороже, там 900 рублей, допустим, килограмм, у меня там 760 где-то выходит. Да, то есть, ну зачем? Ну сейчас, зачем? Потому что его не будет, вашего итальянского сыра. Класс. Замечательно. Ну, американец настоящий, с душой ребенка. Но он одного не знает, что русские не все покупают моцареллу, они считают, что это еврейская маца переделанная. Какая-то релла делает мацу. Маца созрела. Маца созрела. Ну, классно он сказал. А действительно, ну я слышал и второе его выступление, уже после того, как его показали по телевидению, когда он говорит: ребят, вы никуда не денетесь, вы все это раскупите. А дальше он похохотал опять. А потом он сказал вполне трезвые, очень трезвомыслящие какие-то выводы сделал. Он говорит: обращаясь к нашему правительству, вы раздайте землю фермерам русским. Ладно, я американец, я приезжий, я возьму в последнюю очередь, но вы не раздаете землю. Это то, о чем мы с вами говорили еще год назад. Друзья мои, вы должны сейчас позаботиться о своей земле. Но, к сожалению, наши правители уже договорились о покупке свинины, о покупке у китайцев. Значит, такое же поганое мясо будет, как и приходившее с Запада. Нельзя, вообще свинину есть нельзя. Друзья, не ешьте свинину. Слово «свинья» от слова «свани», нет света. Нельзя ненасыщенное светом мясо есть. Она всегда ходит, свинья, и смотрит в землю. У нее нет солнечной энергии. Нет. Вы поедите свинину, вам никогда не захочется есть. Есть точно не захочется. Творить ничего не захочется. Но вообще американец этот вот в чем прав. В том, что надо раздать землю. Во-вторых, наши, конечно, сейчас все сгребают. Значит, письмо. Можно вам зачитать? Вашан. Зашел. Народ умиляет, пишет мне. Наслушавшись новостей из всех источников, люди решили: все. Завтра Джигурда верхом на Ахтунге разорит их холодильники. Но я попал со своим счастьем, пошел. Магазин как муравейник. Сцена в рыбном отделе. Стоят два морозильника с креветками. Из одного торчит мужская. Ну, он в наклоненном состоянии. Нижняя часть спины. Ага. Да. Тут он пишет, правильно все? Из второго такая же мужская эта часть филейная. Спортсменами, в кавычках, вот эти наклонившиеся, руководят жены. А первому повезло больше, он креветки с совком достает. А у второго участника соревнования совка не хватило, поэтому он гребет руками. Говорит: Тань, хватит, может. А сзади жена стоит: у меня руки онемели. Плачет, страдалец. Давай, давай, набирай! Баба орет. Так набрали 5 пакетов, а в субботу кто-то по твой футбол чуть-чуть отварит, и пакета уже нет. Набирай, говорю. Холодно. Холодно, недорого. Давай, дорожает все. А насколько они дорожают, спрашивает жена второго мужика. Они даже не знают, насколько. Но набирают, гребут, глаза у баб орут. А, Толя, Толя, давай быстрее, подгоняет она свой экскаватор. Как будто бы пока он наберет, если он быстро не берет, то уже подорожает это все. Да, к сожалению, люди сегодня спятили. Они из-за каких-то 100 рублей, на которые может подорожать, готовы есть просроченную рыбу на сегодняшний день. Они травятся, количество отравлений увеличилось. Почему? Потому что это чисто обывательская суть. Наесться в себя, в себя. Это бедные люди, у которых нет другого удовольствия, как пожрать. Вот они не доживут до того времени, когда Америка развалится. А мне их жалко.
Друзья, нам осталось лишь просто пережить небольшую рекламную паузу, чтобы встретиться в начале следующего часа. У Кремля есть рупор, а у Юмор-ФМ